Конечная, парни. Дальше пешком. Минувшие дни. Сомневаешься, Игорь? Не волнуйся, скоро будем дома. Какой план, Игорь? Пробраться на атомную станцию. Найти какую-то проблему. Сломать систему осадок, чтобы поднять стержень. Забрать чего? На 10 часов. Вертолет. Не высовывайтесь. Миша, мы не сможем. Огонь, огонь, отрезать. Огонь, назад, надо отступать. Давление рукава слишком низкое. Быстро, бегом. Дай мне этажи. Эй, Игорь. Эй, Игорь. Возьми себя в руки. Сосредоточься. Пробираемся через забор и спускаемся в канализацию. Верно? Настоящая спецоперация. Что может пойти не так, а? Бойцы НАР могут пойти не так, Антон. Игорь, если все полетит к чертям, ты, главное, не высовывайся. Давай без геройства на этот раз. Хорошо, хорошо, я же не солдат. Сюда. Ладно, Игорь, дама вперед. Давай вперед и к звездам. Игорь, прячься. Черт, найди вход в канализацию. Встретимся там. Проклятие. Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик, который мы обнаружили. Его еще проверяют, но это спектринг. Так, вы двое. Хорош болтать. Будьте на чеку. Этот грузовик сам по себе не приедет. Кто-то в нем явно был. Оставайся в тени. Эй, Игорь. Я здесь. Скорее сюда. Да, спускаемся оттуда прямиком на станцию. Игорь, возьми счетчик Гейгера и следи за уровнем радиации, хорошо? Три, шесть, да. Так себе, конечно, но не катастрофа. Мы в безопасности. Больше нигде не безопасно. Хорошо, я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр. Может, прибавку сделаешь, а?
Мы еще далеко от злочастного света. Радиация слишком большая, бросайте его, спасайте сами. Реактор четвертого блока. И... Эй, в этот раз давай без ядерной катастрофы, хорошо? Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить, работает ли кнопка АЗ-5. Игорь, не надо. Что? Почему, Татьяна? Что-то не так. Ты с кем разговариваешь? Эти голоса, ты их не слышишь? Они же давно мертвы. Но они разговаривают со мной. Что? Что ты, черт подери, несешь? Ты в порядке? Пожалуйста, пожалуйста, не надо. О, боже, я не могу сделать это. Я просто не могу. Не могу. Поступай, как знаешь. Ладно, Антон, пойдем. Вперед, в помещение реактора. Холодный. Нет,
радиация низкая. Боишься, что хвостик вырастет? Танец со мной. Так как оно работает? Это твое устройство. Это устройство создает трансцендентное отображение пространственно-временного континуума. Асимптотическая проекция множества объединялов модифицируется в антидеоситевом пространстве. Короче говоря, порождает мост Хокинга. Что? Искривляет пространство и время. И требует невероятного количества энергии, а черный болид — ее бесконечный источник. Говорить как суперзлодей, бесплатная технология. Поможет мне найти ее. Моя невеста, она пропала здесь, в Чернобыле, 30 лет назад. Она совсем не времени на поправку. О боже! Оливер! На помощь! Вот дерьмо. Оливер! Оливер, черт, где ты? Зима была такой долгой, холодной и темной. Мурманск. Я ненавидела этот город. Мне было там так одиноко. Эти долгие-долгие часы, дни разлуки. Так далеко от тебя. Сейчас легко вспоминать, как я пережила ее. Черт побери, Игорь. Я думал, этот ублюдок схватил тебя. Он Антона убил, слышишь? Боже мой. Мне так жаль, Оливер. Антон. Антон был хорошим парнем и хорошим бойцом. Он погиб ужасной смертью. Да что это, черт возьми, было? Кто этот ублюдок? Я не знаю, но он умеет телепортироваться. Должно быть, это... трансцендент биационной проекции пространственно-временного континуума. Вот дерьмо, только не начинай опять. Нет, нет, никакой научной лабуды. Прекрати, а то у меня голова взорвется. Где мы, черт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего, дело не где или когда, мы внутри точки сингулярности. Везде и нигде одновременно. Ага, конечно, бред собачий. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу. А у меня ни малейшего желания еще раз с ним встретиться. Так что, куда нам? Где выход? А, да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там. Вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся у Михаила. Ай, черт! Моя рука... так болит. Сломано. Я убью тебя. Ты. Ублюдок в черной маске. За Антона.
все рушится. Это конец света, это все моя ошибка. Основа наша такая тонкая, ее так легко сломать. Неужели это я сделал все это? Хватит вести себя как ребенок. У тебя же температура. Давай, дорогой, выпей таблетку. Это лекарство. Thank you.